Добрый вечер, дорогие друзья! В свете последних событий в скором времени Уфимский государственный нефтяной технический университет присоединит к себе Уфимский государственный университет экономики и сервиса. Ну, как вы сами понимаете, нефтяной любыми способами хочет выбраться из Черниковки. И поэтому сегодня специально для вас команда КВН Макфа УГН ту УГС. Поехали! Юмор столицы, ШОС и БРИКС, вот и настал наш час икс. Макфа, УФА, нефтяной лав и бриз, ну-ка, команды, посторонись! Привет! А вызывая такси, можно попасть в такую ситуацию. Внимание, звонок от водителя. Эй, ты где? Я выхожу. Мы тебя здесь все заждались. В смысле все? Я, Гаги, Конзорик, ну все тебя ждем. Нет, все, все, не надо такси, не надо, все. До свидания. Звонок от водителя. Добрый вечер. Это такси, мы подъехали. Ну, я все, выхожу. Мы вас ждем, я, Гарри, Гоги, Конзорик, Вазик. Давай поторопи его! Это опять вы, что ли? Конечно, вы хотите! Шопинг может стать настоящим испытанием для каждого мужчины. И в каждом торговом центре можно встретить именно такую парочку. Так, осталось еще в парочку магазинов зайти, всего-то ничего. Ну, тебе же не тяжело, дорогой? Нет, ну я попал просто в какой-то ад. Эх, повезло тебе, парень. Парфюмерный. Ну иди сюда ко мне, иди сюда. Ученика, который летом отдыхал в Турции, в классе видно сразу. Так, Талипов, выключай телефон. Дети, приступаем к сочинению на тему «Как я провел это лето». Yes! На все про все вам дается 45 минут. Приступаем. Можно вопрос? Можно вопрос? Конечно. А на каком языке писать? На русском или на турецком? Конечно, на русском. А, хорошо, вообще ерунда. Так, а это как пишется? Наташа. Наташа. Наташа! Так, Талипов, пиши сам и другим не мешай. Ну, там просто много всего было, как бы я вот не знаю, как там это все писать. Там, ну начни с того, как вы туда приехали, что вы делали, какие экскурсии посещали, вообще где ездили. Талипов, ты что обнаглел? О, смысл, как вы... Завтра с родителями к директору. А они не могут. Почему? У них акклиматизация. Я сейчас тебе покажу акклиматизацию. После саммитов ШОС и БРИКС наш город стал международным культурным центром. Итак, на экране абсолютно все музеи и театры нашего города. А вот это все пункты разливных напитков. На первый взгляд может показаться, что наш город некультурный. Но вы только слушайтесь в название. Хмельная душа, капитанская бочка, граф Пивчанский. Команда Макфа из самого культурного города. Спасибо большое команде Макфа.